Привет, это Ирина, и сегодня я отвечу на вопрос Натальи, которая спрашивает, как чувствовать себя значимо, если за 3 года до пенсии лишилась работы и внукам помочь нечем, и работать ради работы, например, не по специальности, душа не хочет. Что же делать? Уважаемая Наталья, вы за годы своей деятельности наверняка стали уже экспертом в той области, в которой вы работали. А это значит, что вы накопили достаточный опыт и знания для передачи его другим людям. И наверняка существуют люди, которым ваши знания и опыт очень нужны. Поэтому посмотрите на это немножко с другой точки зрения. Почему надо искать работу и работать на кого-то? Вы уже эксперт, вы уже знаете свою область хорошо. Почему не помочь другим людям через, допустим, открыть какое-то консультирование для людей, которые хотят в этой области стать экспертами? Через проведение каких-то семинаров, через создание каких-то информационных продуктов. То есть совершенно другой путь реализации вашей экспертизы. Потому что на самом деле ваш опыт и знания нужны другим людям. Это как бы вот то, что касается вашей работы. Но, может быть, вы еще в течение жизни занимались каким-то хобби. И это могло быть, не знаю, вязание, садоводство или что-то еще. То, чем вы действительно занимались с любовью, душой, и вы стали в этой области экспертом. И я вам рекомендую опять-таки посмотреть на это как на то, что ваши знания, ваши умения могут помочь другим людям. И предложить им эту помощь в виде консультаций, в виде семинаров, в виде продуктов каких-то. Таким образом, вы реализуете себя, вы откроете новую страницу в себе, а кроме того, вы сможете привести деньги в свою собственную жизнь. И вам не надо будет тратить эти 3 года на то, чтобы работать на кого-то, но на самом деле вы откроете действительно новую страницу и увидите, что можно жить совершенно по-другому, радоваться и создавать что-то прекрасное для других людей и притягивать деньги в свою жизнь. Успехов вам, Наталья!